10 ноября в конференц-зале РММЦ состоялась первая видеосвязь с врачом-реаниматологом из Германии Андреасом Шифманом. На конференции обсуждались вопросы тактики лечения пациентов с коронавирусной инфекцией разной степени тяжести. Специалисты получили ответы на интересующие вопросы касаемо различных состояний пациента. По когнитивным нарушениям гипоксического генеза, есть ли препараты, которые хорошо зарекомендовали у вашей клиники, у пациентов? Ну, смотрите, я вам скажу так, у нас пациенты после ковида, да, которые имеют определенное отклонение, они попадают в реабилитационные центры. Вот, там пациенты находятся после ковида 3-4 месяца. Доктор Шифман отметил, что следит за ситуацией с коронавирусом в Южной Осетии. Также врач сообщил об ужесточении масочного режима в Германии в связи с большим количеством инфицированных. Германское правительство намерено ввести новые повсеместные ограничения для непривитых жителей страны. В частности, обязательная вакцинация коснется медиков и учителей. Пока не будет хорошего уровня вакцинации, ну, это будет продолжаться. И новое правительство, которое у нас будет, они разработали пакет мер. И там четко прописано, что все медики, которые работают в больнице непосредственно пациентами, да, они обязаны быть вакцинированы. Практика видеосвязи была признана удачной, ее уже внедрили, и подобного рода мероприятия будут проводиться регулярно с различными высококвалифицированными специалистами. Марьяна Чочиева, Александр Кокоев, Вера Цхавребова. Информационный выпуск сегодня.